Данные две гражданки, используя, представляясь сотрудницами социальной сферы, входили в доверие к пенсионерам. И мы знаем о двух фактах в селе Аштырь, а об одном факте в селе Дагомыс, которые обманным путем завладевали денежными средствами пенсионеров, заменяя денежные средства купюрами из банка так называемых приколов. Как рассказала жительница села Аштырь, к ней домой пришли две незнакомые женщины. Сообщили, что ей полагается премия от государства в размере 6 000, но с собой у якобы работников соцзащиты только две купюры по 5 000. Пожилая женщина передала мошенницам сдачу. После ухода гостей обнаружила, что все ее накопления, в том числе и только что полученная премия, заменены на купюры банка приколов. Сумма ущерба 40 000 рублей. Спустя некоторое время также пострадала и ее соседка. У нее в результате такого обмена похитили 185 000. Следом злоумышленницы обманули жительницу Дагомыса. У нее похитили 60 000 рублей. Пенсионерки очень точно описали внешность мошенниц. В результате злоумышленниц задержали в Туапсе. При личном досмотре у 38-летней приезжей из Ростовской области и 26-летней уроженки Тихорецка были обнаружены поддельные удостоверения работников органов социальной защиты, парики и купюры банка приколов. Сейчас подозреваемые находятся в изоляторе временного содержания. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Решается вопрос о возбуждении уголовных дел за мошенничество. Если вы пострадали от преступной деятельности этих женщин, сообщите в полицию по телефонам 269-29-50 или 02. Также полиция напоминает, что соцработник может прийти к вам домой только по вашему личному заявлению и по предварительной договоренности. В любом другом случае в дверь к вам стучится мошенник. Обо всех подозрительных случаях, когда незнакомцы пытаются навязать общение и войти к вам в дом, сразу сообщайте в полицию.